Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй. Сегодня мы поиграем в игру, которая называется Pixel Starships. Это у нас, ребята, бета-версия, она недавно вышла, но обновляется чуть ли не каждый день. Так что давайте мы с вами будем приступать. Да, я здесь совсем полностью согласен, что они нам говорят. Приступим. 18 лет назад ты был рожден на маленькой планете. Да ты что? Что за планета? Надеюсь, Земля? Вы были... Ну, конечно же, я был, ребята, мальчиком. Так, войдем. С самого детства у вас была мечта стать капитаном космического корабля. Годы спустя вы закончили академию, выглядя потрясающе сексуально, миллион баксов. Ну, давайте, наверное, выберем с вами... Ух, я даже не знаю. Давайте потрясающе. Да. Будем выглядеть таким вот образом. Нужно придумать имя, и вы решили себя назвать. Ну, естественно, ребята, я буду себя называть Рэем, да? Так, отлично, соглашаемся. И имя пользователя уже существует, вот зараза. Хорошо, тогда назовем себя, пожалуй, вот так вот. Нет, так мне не нравится. Давайте, наверное, назовем себя Винрэй. Пускай будет так. Так, нет, давайте-ка, наверное, с большой буквы. Так, переключаем. Вот так вот. И... Капитан Винрэй, пришло время взглянуть на вашу первую работу. Ох ты, елки-палки, выберите работу. Ага, судно-собиратель, космический пират. Медная корыта, федерация, сбор отходов по всей галактике. А здесь голем-геолог. Я, ребята, наверное, буду играть, скорее всего, за... Черт, я даже не знаю, за кого играть. Давайте за... Хотелось бы, конечно, за пиратов поиграть, но, наверное, за федералов будем. И голем тоже неплохой. Ладно, фиг с ним, давайте за федерацию. Сбор отходов по всей галактике для федерации. Вот у нас какой кораблик. Ваше путешествие в качестве капитана начинается. Хм, хорошо. Так. Вы получаете старбаксы, когда кто-нибудь рассматривает интерьер вашего корабля. Ого, ничего себе. Так, я понимаю все это. И мы с вами, видимо, куда-то прилетели. А нет. Доброе утро, капитан. Добро пожаловать на борт вашего корабля. Я буду вашим личным помощником сегодняшнего дня. Давайте посмотрим потрясающий звездолет. Нажмите иконку «Магазин», чтобы приобрести модули корабля. Магазин. Нажмите кнопку «Оружие», чтобы проверить системы вооружения. Ага. Ну давай посмотрим. Нажмите кнопку «Купить», чтобы приобрести эту комнату. Хорошо. 100 минералов. Перетащите комнату в свободное место на корабле, чтобы построить ее. Ну давайте перетащим. Так, подожди, что-то у нас, по-моему, не получилось. Так, это у нас повторение. Я, видимо, ребята, неправильно кое-что сделал. Так, давайте опять мы с вами купим. И нужно с ней что-то сделать. Ага, надо было ее просто-напросто перетащить. Давайте здесь. Дождитесь новую комнату, чтобы закончить строительство. Так, ну время у нас тут идет. Одна секунда. И в этой комнате будут добывать минералы. Подождите, пока они будут произведены. Нажмите на минерал, чтобы собрать его. Отличная работа. Вы также можете получать минералы в миссиях и сражениях. Все понятно. Пожалуйста, нажмите на кнопку «Миссии». Вот у нас миссии здесь. Нажмите на миссию по обустройству базового лагеря. Учебный лагерь у нас здесь горит. И что? Что произошло? Добро пожаловать на вашу первую обучающую миссию. В этом сражении вы научитесь регулировать мощность лазера и очистите вселенную от всякого мусора. Приготовьтесь. Так, ребята, у нас сейчас в данный момент, я так понимаю, происходит обучение всем премудростям. Ага. Чтобы начать, нажмите кнопку «Атаковать». Атака. Кого будем бомбить? Добро пожаловать на вашу первую битву. Во время битвы сверху отображаются очки жизни и повреждения вашего корабля.
Доступная кораблю энергия отображается слева. Ее можно распределить между системами корабля. Так, тут какой-то спутник, вот там вот наверху я. И используйте кнопку влево, чтобы перейти к вашему кораблю. Нажмите ее прямо сейчас. Ага, вот мой корабль. И используйте кнопку вправо, чтобы перейти к кораблю врага. Нажмите ее прямо сейчас. Перетащите иконку мишени на реактор, чтобы прицелиться. Вот так вот. Перетащите вверх панель управления лазером для зарядки орудий. Так, вроде бы все сделали правильно. Мы с вами атакуем какой-то спутник. И... Так, у этого спутника всего лишь 2 хпшки, я смотрю. Мы ему тут уже все разбомбили внутренности. И... Ага, вот уже пошли уничтожать сам спутник. Ребята, это игра онлайн. Потрясающая работа, капитан. Вы выиграли свой первый бой. И мы получаем добычу 200 кристаллов. Победы в сражениях приносят ценную добычу, а выживший экипаж получает очки опыта. Нажмите на экран для продолжения. Ага. Очень-очень интересно, ребята. Смотрите, вы заработали достаточно очков опыта для перехода на следующий уровень. Нажмите на своего персонажа. Ого, новый уровень. Так, нажмите на иконку «Новый уровень», чтобы повысить уровень вашей команды бесплатно. Превосходно, теперь вы капитан 2-го уровня. Вот так вот. Команда очень важна. Ее члены помогут расширить корабль, починить комнаты и даже вступить в бой с командой противника. Ну, это ожидаемо. Давайте улучшим спальню, чтобы увеличить численность команды. Нажмите на экран для продолжения. Давайте Так, я понял, что вы дальше-то мне... Где спальня-то? Давайте улучшим спальню. Ага, вот. Нажмите на спальню, чтобы выбрать ее. Нажмите кнопку «Улучшить», чтобы обновить комнату. Так, улучшить, чтобы обновить комнату. 300 кристаллов. У нас есть? Есть, ребята, да? Давайте сделаем. Съешьте тортик, пока ждете улучшения комнаты. Какой тортик еще? Так, ну что, время идет. Так, секунда последняя. Отличная работа, теперь мы можем нанять нового члена команды. Нажмите иконку «Магазин». Ага, опять в магазин. Выберите персонаж. Нанять. Наем экипажа. Вы уверены, что хотите приобрести команду за 100 минералов? Да? Нанимаем нового члена экипажа. И где он? А, вот так вот. Тиффани. Вот такие вот у нас пироги, ребят, смотрите. Куда мы его сейчас? Ага, он в спальне. Отличная работа, капитан. Похоже, что после найма 2-го члена экипажа вы получили достижение. Нажмите на экран, чтобы получить достижение. Приносим хорошие награды. Нажмите на иконку трофей, чтобы забрать свою награду. Вкладку достижения. Так, хорошо, мы получаем с вами 5 старбаксов. Вы заработали дополнительные старбаксы, получив достижение. Нажмите кнопку «Закрыть». Закрываем. Отличная работа над достижением. Вы можете выбрать задачи для новых членов экипажа, разместив их по отсекам. Нажмите на экран. Нажмите на свою новую команду, чтобы выбрать ее. Перетащите команду в комнату добывающего лазера. Попадая в оружейную комнату, члены команды автоматически становятся стрелками. Ага. Теперь этот член команды повысит скорость перезарядки оружейной системы и будет ремонтировать ее в процессе. Даже так. Пришло время осмотреться вокруг самостоятельно. Я советую пройти несколько миссий, чтобы освоиться в бою. Нажмите «Миссии». Нажимаем. Выберите миссию или игру в PvP режиме. Я чувствую, вы станете выдающимся звездным капитаном. Скоро увидимся. Так, мне нужно куда-то нажать, я так понимаю, на PvP. Или куда? Хм. Может, симуляция боя? Так, давайте попробуем, наверное. Слушайте, или PvP. Ой, куда-то мы нажали. Так, и что? О-о-о, тихо. Это что у нас, пираты? Давайте атаковать. В этой битве давайте попрактикуем тактические основы. Я только за лично.
Двигатель работает на полную мощь. Вы можете уменьшить его производительность и освободить энергию, проведя вниз. Так, отличная работа. Сэкономленная двигателем энергия теперь доступна для других комнат. Перетащите вверх пульт управления лазером для дополнительной мощности. Повышаем. Отлично, а теперь давайте победим врага. Слушай, ну тут враг такой мощный вроде бы. И я тут с одной пушкой пыхчу. Так, ну давайте, наверное, мы с вами... Оно у меня автоматически бомбит. Так, а мы сейчас вот сюда, наверное, будем бомбить. Слушайте, ну мы его разбираем. Как-никак. У него, видимо, даже оружия-то никакого нет. Он даже не может мне ничего в ответ сделать. Это только нам на руку. Да, ребят, еще раз повторю, здесь эта игра онлайн, то бишь здесь будут реальные игроки, с которыми вы будете воевать. Победа за нами. Довольно легко мы его разбомбили. Я даже сам не ожидал. И что теперь? И снова привет, капитан. Похоже, вам удалось собрать достаточно минералов, чтобы улучшить корабль. Нажмите на магазин. На корабль. Но. Купить, чтобы обновить свой корабль. А что это мы покупаем-то? Я так и не понял. Подождите. Сейчас корабль улучшается. Вы можете ускорить строительство регулировкой скорости или выпить чашечку кофе. А как я могу вот здесь вот что ли ускориться? Ускорить обновление корабля? Конечно же, да. Ждем. Так. И? Это мы типа обновили себе корабль или что? Да это я все понял. Все, он теперь типа обновленный у меня, да? Отличные новости, капитан. Ваш корабль был улучшен. Наш новый корабль позволяет использовать дополнительные подсистемы. Нажмите на магазин для просмотра. Похоже, что вы освоили основы командования своим кораблем. И последнее. Чтобы начать новую игру, используйте кнопку в форме молота, расположенную справа. Капитан, я оставляю настройки судна на вас. Не терпится увидеть, что вы сделаете с кораблем. Да я его сейчас просто-напросто быстренько разбомблю, мне кажется. Да чудю я сейчас здесь. Что мне делать-то, а? Улучшить. Получится, нет? Оу, 2500 кристаллов. А здесь? А здесь могу. Так, добывающий лазер. Многоцелевой. Так, объем производства. Давайте попробуем. Получится, нет? Что-то сделалось у меня. Так, 4 минуты 55 секунд. Будет строительство делать. Так, тут у нас ресурсы, команда, оборона, поддержка. Дофига чего. У меня 75 старбаксов, кстати. Так, ну я не знаю, можно было бы, конечно, попробовать как-то спальню улучшить. Что здесь такое? Звездный бар. Слушайте, за 150 кристаллов я мог бы кого-то нанять. За 150. Недостаточно ресурсов, понятно. С помощью одного Старбакса. Не надо нам ничего пока делать. Что мы можем? Давайте посмотрим миссии, может быть, а? Боевые. Симуляция боя. Так, исследовать земную орбиту. Исследование Луны. Давайте исследование Луны нажмем с вами. Так сказать, полетаем. Пошуршим. Похоже, что сегодня будет прекрасный, спокойный день. Да ты что? Время исследовать. Приготовьтесь. Приготовился. Поиск. Поиск кого? Вы написали, что день будет удачный. Пиратский фрегат. Легкий. Ну, давай атаку сделаем. Старт. Ну что, ребята, понеслась. Так, подожди, а что это у меня такое? Я не пойму. Ох ты, а он по мне шмаляет уже. Эй, погоди-ка, я что-то не врубился. Да что за фигня-то, я не пойму. Ёлки-палки, ребята, у меня строительство идет. Я не думал. Оу, вот это я попал. Вот это я попал, называется. Я не знал, что во время миссии, когда у тебя строится, тебя допускают в эту миссию, несмотря на то, что я поставил себе улучшаться оружие. Вот это дебилизм. Меня сейчас просто-напросто здесь размажут. Если честно, посмотрите, у меня идет строительство. Даже красными буквами написано «Билдинг». Все. Снесли к ядрене фени, блин, моего члена экипажа. И сейчас будут разбивать меня просто-напросто здесь.
А капитан стоит, даже ничего не делает, ё-моё. Сопли жует, как всегда. Блин, а можно как-то смыться, а? Сбежать, 50%. Идет какой-то отсчет. Нет, ребята, здесь никакой кнопки, чтобы я мог сбежать. Вот это я попал. Но, как говорится, на ошибках учится. Я надеюсь, кораблик-то мой все-таки останется или нет. Не знаю, что будет, давайте тогда смотреть. Да, у меня 2 хп, вот одна хпшка осталась. Сейчас он в меня выстреливает, и все, каек. Бау! Проигрыш, вы проиграли. И что же будет сейчас, а? Неужели все заново? Ух ты! Нет, ребята, все нормально. Мой кораблик полностью цел. И у нас дальше продолжается обновление моей комнатки. Все, больше мы так делать не будем. Если какая-то постройка стоит, лучше не лезть на врага. Малый реактор. Угу. Так, спальню. А, 2500 кристаллов нужно. Ускорить здесь можно. Так, улучшить. Тут уже 500 кристаллов нужно. В общем, самый ценный ресурс, я так понял, здесь у нас кристаллы. Так, это у нас тут лестница какая-то. Достижение. О, 10 старбаксов. Получили мы с вами. Лучшие флоты. Ядрить его на корень. Вы посмотрите. Народу здесь играет довольно-таки прилично. Так, топ-капитаны даже есть. Это звездный журнал. Что такое? А, флот. Хорошо. Ну что у нас там закончилось? Нет, еще целую минуту надо ждать. Так, здесь у нас, смотрите, старбаксы. Ага, члены экипажа 2 из 2. О, старбакс получили на халяву. А коробку? Коробку нельзя тронуть. Кстати, что это у нас вообще за... Не космос даже, а я фиг знает, что такое. Летаем здесь везде. Так, ну-ка, сколько улучшений стоит? 1000. Хе-хе, слишком дорого. Симуляция боя, исследование Луны. А может быть, я даже не знаю, можно исследовать земную орбиту? Попробовать. Двигатели запущены. Давай посмотрим, что происходит вокруг Земли сегодня. Приготовьтесь. Ага, мы теперь возле орбиты Земли будем летать. Рок. Ой, метеорит, елки-палки. Но это, я думаю, что можно, в принципе, разбомбить. Давайте-ка стрелять. Оружия никакого нету, но хотелось бы мне верить, что с него нам будут давать минералы. Давайте-ка здесь понизим, здесь повысим, чтобы стрелять нам быстрее. Так, сколько у него там? 5 хп всего. А у нас 6. Слушайте, ну я думаю, что мы сейчас этот метеорит быстренько с вами расколбасим. Главное, что он не умеет стрелять. Это плюс. В общем, ребята, как-то вот так вот играет, а выглядит. Если кому-то понравилось, то ради бога скачивайте, устанавливайте, играйте. Если вам тоже понравилась игра, то ставим лайки, и мы будем следить за этой игрой. Проходить, играть в нее периодически, в общем, развиваться. Но, давай. Осталось один выстрел. Отлично, мы выиграли и получаем, кстати, 200 кристаллов. Такая команда моя вышла, деловых. Блин, я хочу себе еще кого-то нанять. Но чтобы это сделать, нам нужно улучшать спальню. А спальня, как вы видели, стоит 2500 кристаллов. Так, исследовать земную орбиту. У нас, смотрите-ка, здесь задания-то ограничены. Двигатели запущены. Давайте-ка еще разочек посмотрим, что нас сегодня ожидает в околоземной орбите. Так, поиск, это все понятно. Дрон НЛО, класс 1. Ого. Так, джекпот. Давай-ка атакуем его. Стартуем. Так, сразу вот давайте, наверное, сюда будем бомбить. Здесь мы понижаем, чтобы энергия у нас была. А здесь повышаем. Все. Так, у него 4 хп всего. Но смотрите, получается, что для начала мы должны именно комнатку эту разбомбить. Все, здесь мы все разбомбили. Давайте теперь нижнюю попробуем снести. Причем здесь написано английский. А что значит английский? Ну, и после этого мы уже приступаем именно к разбору самого этого корабля. Смотрите, у меня тоже здесь написано английский. Так, все, пошли уничтожать именно сам корабль. 2 хп всего осталось, это значит 2 выстрела. Шикарно. Я надеюсь, нам достанется хороший лут с этого
дрона. Победа. Ух ты, 250 кристаллов. Неплохо, я вам скажу. Так, интересно, а мои же персонажи как-то должны развиваться, я насколько помню. Так, новый уровень. Ага, 25 чего-то там нужно. Выпускник космической академии, всеми любимый капитан корабля. А здесь можно улучшить? Всегда веселый и первый помогает нуждающимся. Ребят, могу бесплатно, прикиньте. И вот, наконец-то, он получает у меня второй уровень. Так, профиль удалить. Нет, удалять мы его не будем. А вот давайте глянем. До следующего уровня нам нужно 270 экспы. Слушайте, ну я не знаю, сколько нам экспы дают за бой, но попробовать можно. Так, что здесь у нас? Так, оружие, оборона. Давайте-ка посмотрим оружие. Ух ты, какая-то штука. Турель. Легкая артиллерия, стандартное орудие многих фрегатов. Купил. Теперь нужно определить, куда бы ее поставить. Давайте, наверное, вот здесь. Так, 58 секунд будет делаться. Но это, в принципе, недолго. А если ускорить? Ну-ка попробуем. О, ускорили, отлично. Ах, здесь, видимо, ребята, нам не хватает члена экипажа, который бы у нас мог руководить именно этой турелью. Получается, что она сейчас будет у нас просто так стоять. Обидно, конечно. Ну, а давайте-ка мы еще посмотрим, что у нас есть в магазине. Так, поддержка, оборона. Оборона. Оу, смотрите-ка, какая классная штука. Щиты. Энергетический щит корабля защищает от энергетического оружия. А ну-ка, давайте-ка попробуем ее приобрести. И поставим вот сюда, да? Тоже. Ну-ка, ускорить можно будет по-быстренькому? Да, все очень даже хорошо. Ну что же, по идее у нас сейчас должны быть щиты. Но опять же, наверное, они не работают, потому что нет члена экипажа. Так, мне знаете, что не нравится? Так, тут же у нас лифт, по ходу дела, да? Турболифт обеспечивает доступ к разным этажам корабля. Ой-ой-ой, а я, видимо, не сюда поставил. А можно как-то сдвинуть эту комнатушку? О, можно. Вот, пускай лучше здесь стоит. А то, мало ли, они должны будут как-то здесь двигаться. А я перекрыл просто спуск. Ну что же, давайте опять с вами исследовать земную орбиту. Так, двигатели запустили. И давайте посмотрим, что у нас происходит вокруг Земли. Я готов, как всегда. Происходит у нас очередной поиск. Дрон НЛО, класс 1. Ну, с таким мы уже с вами дрались, поэтому, я думаю, естественно, будем потихоньку разбирать. Ух ты, смотрите, сколько у меня уже всякой ерунды доступно. Здесь мы понижаем, значит... А, здесь мы не можем поставить на атаку, так как нету экипажа. Но зато, смотрите, щиты у нас, генератор и две пушки есть. С одной, конечно, мы сейчас будем стрелять, а вот со второй, к сожалению, не сможем. Так, давайте-ка мы здесь вот приподнимем. Вот так вот, чтобы у нас на много раз... Ох, смотрите, я просто весь в щитах. И это классно. Да, и, кстати, еще одна вещь, ребята. Я заметил, что когда мы берем околоземную орбиту, да, у нас враги здесь какие-то легкие. А если мы берем с вами лунную орбиту, там уже действительно серьезные враги, с которыми, как говорится, не поспоришь. Ну что, давайте добивать этого дрона. Победа за нами, мы получаем 250 минералов. Шикарно. Вообще просто замечательно. Надо вот так вот, кстати, и зарабатывать, наверное, по чуть-чуть денежки. Так, левел новый у нас. Но, к сожалению, я не могу его поднять. Мне не хватает 25 вот каких-то штук. Где их взять, пока ума не приложу. У меня их 0. Так, ну что же. Еще у нас есть миссии. Так, исследование Луны, может быть, попробовать, а? А, была не была. Давайте попробуем один разочек. Все равно мы от этого ничего не теряем. Так, похоже, что сегодня будет прекрасный, спокойный день. Я уже в тот раз слышал. Исследовать планету. Вы подготовили команду, чтобы исследовать ближайшую планету. Так, и что же нам здесь с вами достанется? Выбрать команду, чтобы нанять. Сдаться. Так, а у меня выбирать-то некого. У меня вон они все внизу. Так, сканируем. Ох, ё-моё, 3-го уровня, 6-го, 8-го. Нет, так дело не пойдет. Давайте, наверное, сдаваться, да? Здесь у нас ХП, атака, не знаю, парирование, обилки и стамина. Нет, не пойдет так дело, ребят. Синхронизация данных и... Надеюсь, мы избежим этой баталии. Я надеюсь, когда мы сдаемся, ничего от этого не теряем. Так, подождите, что это такое? Только не говорите, что сейчас будет баталия. А, нет, все нормально. Повезло нам.
Да, мне не хватает, ребятушки, минералов. В первую очередь, чтобы как-то улучшить всю свою вот эту вот систему, набрать команду и уже, как говорится, со спокойной душой отправиться на войну. О, опять метеорит у нас. Это у нас околоземная орбита. Поэтому разбираем. Так, здесь стартуем. Сразу же прицеливаемся. Выставляем свое оружие на полную мощность. Ну и будем разбирать потихоньку камень. Мне вот еще интересно, а здесь можно будет со временем как-то улучшать свой корабль, делать для него побольше ячеек, или вот который мы выбрали, такой он и останется. Это все, конечно, можно узнать, если в нее постоянно играть, развиваться, добывать минералы, становиться все круче, потом вступить в альянс, или как здесь, я не знаю, может быть, кланы есть, гильдии. Опять же, это все в процессе игры можно будет узнать. Ну что же, еще один выстрел. Нет, не один, ребята. Сейчас надо два выстрела сделать. Так, и вот сейчас будет заключительный. Сколько нам дадут, интересно, за него минералов? 200. Довольно неплохо, я так скажу. Хотелось бы, конечно, бы еще бы на лунной орбите повоевать и кого-нибудь выиграть. Пускай даже слабенько какого-нибудь игрочка, чтобы получить с него лут. А нам вот нужны вот эти вот... Я не знаю, что это такое. А, газ. Это, ребята, газ. Угу. Он вмещает 500. А у меня нету ни шиша. С помощью одного Старбакса. Ну, давайте возьмем. И, оу, наконец-то мы повысили уровень себе. У нас третий. Шикарно, теперь, наверное, мы будем покруче. Так, что это у нас такое? А, это настройки. Тут можно регистрироваться, оказывается, да? Смотрите-ка. Если мы нажмем, так, электронная почта, пароль. Хм. То бишь, это уже все как официально. Понятно. Замечательно. Ага, хорошо. Так, а здесь у нас что такое? Ух ты, чат. Общественный. Прикольно, и причем все русские здесь сидят. Вообще шикарно. Ну так, ребята, все зависит от вас. Если будут лайки, мы будем в нее играть, смотреть, разбираться в ней. Ну а на этом, пожалуй, я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. И увидимся с вами уже в новых следующих видосиках. Будем играть. А на этом все. Всем пока. И до скорых новых встреч, ребята. Удачи вам.